живет семья Мусаевых. Это живой урок, назидание о священном долге супругов друг перед другом, домом, детьми. Абитуи Гасана согревает оджак. У них около 300 детей, внуков, правнуков. Когда садится семья за стол, одного самовара им не хватает. Если не горит очаг в доме, значит нет жизни в доме. А чтобы долго жить, надо всегда иметь семью. Большую семью. Когда я родился, мой отец посадил сразу два дерева. Одну чинару на вершине горы, а другую в нашем саду. Жизнь одинокого дерева не была долгой. А вот другая чинара живет и поныне. Ей легче вместе с другими деревьями стоять против ветров. В семье человек как дерево в саду. Ему легче пережить бураны. Есть на кого опереться. Старейшины села Тюкябан. Им вместе около 1000 лет. А обсуждают они очень важный вопрос. Юный земляк Меджит собирается взять в жены красавицу Гюйчак из соседнего Барзаву. По традиции, в создании новой семьи принимает участие вся деревня. Просить руки невесты поедет Мирали, старому Чабану 148 лет. И он лучший сват во всем Лирике. Сколько семейных оджагов благословил он в жизнь? Пожалуй, больше, чем звезд на небе.